Жора, впечатление об игре, как получилось, как достигли такого результата? Мы готовились очень серьезно. Знаете, что нам некуда оступаться и очки надо набирать. И слава Богу, что нам это удалось за счет труда, желания, самоотдачи. Какое настроение в команде сейчас? Отличное, но все понимают, что надо продолжать бороться и в каждой игре будем стремиться выигрывать. Очки надо набирать. То есть расслабляться не собираетесь? Нет, как можем расслабиться, если расслабимся и вылетим. С чем связана была ваша зависимость? Потому что из-за господина, который тренировал нас до этого, 200 дней, наверное, я не выходил в основе. Но меня икры схватили, долго восстанавливался от травмы, которую получил на сборах. Поэтому и попросил замену. Лучше, чтобы вышел кто-то свежее, чтобы боролся, помогал команде. Спасибо большое. Пожалуйста.